снег за окном. Особенно на этой стороне видно. Теперь наши парники стоят вот так. Стояли один за другим. Теперь один вдоль. И через грядки второй поперек. Так сидит чуба. Наша чуба. Купили мужу палатку на рыбалку зимнюю. От ветра, от дождя, от всякой слякоти. Тоненькая, как баллоне, материал, без пола. Ну, такая вот, от ветра. Сухие листья шумят. Сегодня было 4 градуса мороза. Моментально все листья стали облетать. Зеленые остались, а желтые все слетели. Вот так выглядят цветочки. Сентябрину хоть бы что. И безвременнику хоть бы что. Что лежит, это раньше цвел. А вот виноград вот в таком виде весь. Это из бочки лед вытащил муж. Ну и естественно бархатцы, конечно, замерзли. Так выглядит моя настурция. Эхинацеи цветы прихватила. Обрезать надо. В листьях. За одну ночь все листья слетели с груши. И нашла вот такую грушку. Мокренькая такая, вся на морозе. У нас минус 4.